Здравствуйте, все дорогие подписчики. Я сейчас начинаю свой вечерний влог. У нас пасхальная диета. Я поставлю подписчики вот такие. Красивые поставили видеоблог номер 595, пора влезем, буду гулять. Такие красивые цветы, вот такие. Вот там в центре еще деев стоит, вот два деева еще вот там. Чужо вам показать, господи. Вот подписчики, сейчас мы все равно подойдем поближе к нему. Даже вот так. Дальше сейчас пойдем по парку вечернему. Пока здесь машины ездят. Так, сейчас попробую показать всю красоту парка. Сейчас, тут яйца еще пасхально стоят, дальше подписчики. Сейчас мы подходим к дереву большому. Сейчас. Завтра уже Великая Суббота, завтра, подписчики. Вот там впереди. Ага, все, спуститься, конечно, можно, отлично. Сейчас мы как раз к ним и спустимся, мои подписчики. Ой, дерево красивое, пасхальное дерево. Завтра у нас будто открывается пасхальный дар. На графику 11. Сейчас я попробую показать. О, как отлично. В нижней части парка там яйца стоят. Сейчас я попробую показать. Тоже. Сейчас, ой. Нужно расшутывать. Ой. Когда я зашла... Это шпатинка. Вот так вот украшена часть парка. Пасхальный дар называется так. Вот такое. Такие яйца. Вот такое яйцо пасхальное. Сейчас покажу, подойду поближе, покажу его. Мария! Маша! Такие пасхальные яйца. Яйца. Вот такие пасхальные яйца. Сейчас. Вот такой еще я. Вот такие яйца еще стоят, пасхальные подписчики. С наступающейся Пасхой. Вот такое стоит яйцо, называется Христос воскресе. Вот. Сейчас вам пойду покажу ближе. Здесь даже не знаю, здесь можешь хоть. Вот, называется вот такое надпись здесь, Христос воскресе. Она светится. Такое.
Вот такое вот яйцо. Вот такое яйцо большое. Вот дальше у нас арки, святые арки. Все, Христос воскресе. Дальше у нас вот такое вот второе яйцо. Здесь у нас второе яйцо такое красивое. Завтра у нас пасхальный дар открывается, подписчики. Такая вот арка, написано «Христос воскресе, с праздником Святой Пасхи». Такая вот праздник Святой Пасхи написано. Так, сейчас поближе вам покажу. Здесь вверх. Вот такой вот, значит, и будет. Маши, вот так. Ну, дальше там. Смотрите, подписчики здесь. Смотрите, какое украшение здесь. Яйца висят. Настоящие. Сверху тоже яйца висят, подписчики, вот такие красивые яйца висят. Вот арка сделана из цветов, инсталляцией, из прутьев настоящих. Сверху тоже яйца висят, видите, подписчики? Сверху тоже яйца висят. Так, ну я дальше вам пойду. И дальше пойду по другой дороге. Так, все. Вот это ярмарка. Она пока еще не открылась. Сегодня Храни, да. Чего? Сейчас мы идем обратно с вами. Чтобы захватить еще яйца. А здесь третье яйцо стоит. Тут. Здесь третье яйцо стоит. Вот оно. Московский сезон написано внизу. Все. Такие ворота красивые. С видом гор. Такие ворота красивые здесь. Тут вот у нас третье есть вот здесь. Давайте пасхальное яйцо. Вот такое яйцо. Я вам все показал. Так, дальше. Идем дальше. Здесь вот такие вот красивые орнаменты. И здесь надпись, вот такая надпись, «Христос воскресе». Такие красивые орнаменты. Вот здесь тоже красивые орнаменты.
поехали. Ты, обалдеть, кажется, там вдалеке еще стоят. Сейчас попробуем пойти немножко на экскурсию. Конечно, нет. Там еще вдалеке есть деревья, подписчики. Я сейчас попробую их заснять. Конечно, без получится. Вот это здесь раньше котом был зимой. Здесь зимой котом был. Так, все, поехали. Пойдем деревья поснимаем и обратно пойдем из парка. Ну, так как мы блок снимаем, мы, наверное, уже до конца пойдем через парк главный, посмотрим, есть ли там крышение. Все, смотрим. Ух ты, там еще целая аллея. Можно, например, посмотреть, что тут. А тут какое-то украшение уже стоит. Ну, понятно. Плечики, понятно. Ага. Какая красота. Смотрите, подписчики. Красота какая. Вот здесь тоже есть. Здесь у нас тоже ярмарка проходит. Сейчас мы тоже пока закрыта. Московский сезон ярмарка. О! О, как красиво, сейчас я вам покажу дальше. Вот дальше у нас такая вот красивая. Здесь колодец. Так, все. Все, пойдемте дальше. Пойдемте дальше, все. Такое вот красивое. Ярмарка за завтра, московский сезон уже открывается по всему России официально. Так, завтра вот такие вот красивые. Вот такие вот. Я не знаю, даже пока показать. А, ладно, в принципе. Никого. Так, все, ладно, можно пока показывать. Здесь, даже у нас здесь такие. Даже у нас попахивает, а здесь деревья. Хочу вам до конца деревья показать. Все. Так, 12 минут уже. Полет нормально, отлично. Так, все. Так, сейчас до конца деревья, до конца последних деревьев дойдем и все, и обратно пойдем. Электросамокат едет. У нас уже прокат электросамокат открыли. Все, все, мы теперь, все, сейчас дойдем до последнего дерева. Сейчас мы пойдем до последнего дерева дойдем и можем блок. И можно назад разворачиваться. Последний блок, все. Идем. Потом мы можем будет скользить начинать. Я же не спаще. Вот там. Кажется, да. Или нет, не знаю. Сейчас мы пойдем. Смотрим дальше. Впереди там бутовчане идут. Дождь пошел. Да нет, это ветер там холодный. А, все. Такой красивый деревья такие пасхальные. Дальше у нас такие дома будут вечерние. Дальше красиво. Сейчас мы дойдем до последнего дерева. Все. Дойдем до последнего дерева и пойдем. Такие канал, кажется, еще какая-то декорация сверкает. Я туда даже боюсь идти, потому что хотя можем и
Шикарище, конечно же, подписчики. Чего нас стоит дом построить? Дальше мы будем жить. А поехали дальше. Смотрим. Так, все. Дальше идем. Такое вдали, такие. Вот такое освещение бутово. Такие вот далеко красивые деревья тоже. Тоже красивые деревья в парке. Дальше. Дальше идем. Мы идем спокойно, умеренно. Все, окей. Видеоблогер Нинка Ту. Все. С вами видеоблогер Нинка Ту. Я вам специально решил показать свой блог номер 595 на улице. Ой, как красиво. Вот сейчас мы идем по Бутово, пока не стемнело. Так, и... Все. Интересно, это по всему парку хочу так или нет. Я просто хочу посмотреть. Подписчик показать. Так, все. Дальше поверим туда. Хотя дальше парк, я просто тот парк не знаю. Там же вот еще такое дерево. Мне кажется, еще дерево, по идее, там дерево тоже сделано. Сейчас посмотрим, там пройдать. Ну, в принципе, по идее. Так, по идее. Здесь сейчас, видишь? Здесь эти... Ах, поняла. Так, дальше идем. Ну, в принципе, дальше. Чем дальше, тем лучше. О, блин, кажется, мама звонит, подписчики. Нет, какой я еще на улицу здесь снимаю? Тут дик. Ну вот, я тебе говорю, мам. Я сейчас вечерний блог такой снимаю. Здесь декорации, новую яму как раз снимаю. Алло. Да вот отвечала я сейчас, да, назад уже повернула, и блок у меня снимается. Здесь пасхальные декорации, много штук стоят. Я хотела до конца доснимать, но уже ты позвонил, я уже назад пошла. А, только сейчас у тебя стрим закончится. Ой, поняла. Да я просто в парк пошла вечерний блог снимать. Я же подписчикам обещал, что я уличный блог сниму сегодня. И... Да, хорошо, пластик я уже вынесла. Да, пластик я вынесла уже, да. Поняла, да, я еще это... Пойдешь, позвони мне, чуть назад сказал. Да. Да, я не могу быстрить, у меня сейчас блог, и я сейчас новогодние вот эти пасхальные деревья снимаю, тут так красиво везде. Около метро, да, между метро иду, да. По Горчакову в тот парк пошла, где московские сезоны. Там московские сезоны, это ямка, и там сделали целую иллюминацию, там и арки сделали, и яйца поставили везде.
Да, все светятся, и яйца светятся тоже. Да, яйца поставили везде. Да, поставили. Да, да. А, да? А, поняла, хорошо. Ну да. Ну, можно фаршированные палочки этот сыр купить, метод мягкий, и завернуть. Кто там? А, поняла, ага. Сейчас я поменяю руку, а то у меня устала рука снимать. Сейчас я... Да. Ну да. Ну да, ну да. Ну понятно. Ой, тут столько я наснимала, сейчас скажу, 21:49 уже. И уже куча просмотров набирается на ютубе. Да, так, да, хорошо, ладно, сейчас. Я просто решила парк снять и в пасхальный. А, ну да, точно. Ну да, да я что-то не гадалась, я поехала пластик выносить, и заодно вынесла весь пластик, и тут так много украшений стоит пасхальных в парке. У Горчакова, у метро Горчакова парк второй, не наш. Где московский сезон стоят? Ну да. Тут так красиво все сделали. И яйца пасхальные стоят. Светятся все. Хорошо, хорошо. Да, хорошо, хорошо. Или я про... Ну, я, в принципе, сегодня хотела вечерний блог на улице ночной снять. Я сейчас по парку иду, да, тут. Улица, да, красиво здесь. Хорошо, иду. А то у меня уже рука устала, телефон держать. Хорошо, пока, ага, пока, до связи. Сейчас. Подписчики. О, разглашать уже. Все, вот. Не скорее, понятно. Ой, батюшки, спасибо, подписчики, а пойдемте дальше. У нас не получилось до конца парк дойти. Нам мама звонит, подписчики. Здесь не мама, то есть не нам, а мне. Так, все. Дальше пойдемте, все. Такие вот красота вот такая. Так, а как же мне на Горчакова вернуться? В какую я сторону-то пошла? Так, ладно, все. Надеюсь, найдусь. Так, все. Отлично, да?
Отлично, да, отлично, да? Отлично, отлично. Ну так, все, дальше. Все, пасхальное яйцо. Пока. Все, дальше у нас. Поднимаемся вверх. Поднимаемся вверх по лестнице. Ой, ах, вот, подписчики, объявление повесить, вот, читай, поехал, поняла, вот, пасхальный дар, с 15 по 20, вот, смотрите, с 15 по 20, теплые, у вас, подписчики, с 15 по 20, теплые, электросамокат есть. Сейчас посмотрим, сколько здесь. Ну, то стало. Если что, пойдем пешими. Пешими пойдем. Вот это у нас торговый центр. Сколько? 20 минут. Ёпста. Подписчики, поднимите. Сколько? 20:31 уже, вы издеваетесь? Смотрите, у нас электрон топлор такой есть. Какой-то бой есть. Ой, 9 минут написал. Это 53-й 9 минут. Сейчас посмотрим, что это странно. Сейчас посмотрим. Тут сторона написана. Да, 9 минут, 53. Сейчас. Все. Блин, как же тут холодно, ёпста. Так, все. Вот так выглядит парк с остановки. Вот так парк с остановки выглядит. Уже. Все. Да, все. Ой. 22 уже. По идее, хотя.
Хотя, наверное, много сейчас в автобусе народ будет. Допустим, не знаю, стоит мне ждать или не стоит. Блин, просто в автобусе могут сказать, чтобы я блог завершил, подписчики. Если что, я в автобусе вот стоит ехать, подписчики. Я в автобусе еду. И что, я сейчас буду в автобусе прикладывать карточку, подписчики? Поняли? Блин, 8 минут осталось, я встал. Так, 8 минут, пока можно воду попить на улице. Так. Так, все. Нет, 6 минут, 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 6
Все ушли. Опа, гладко пота стоит. Видите, тищенько пота там стоит, я боюсь назад смотреть. Все, 4 минуты стас. 4 минуты стас.
Майер написано на машине. На машине написано Майер. Так, все. Ты меня встал, все. Ютуб-канал Копота, подписчики. Копота. Тем капчу. Возьми. Я не могу так делать. А вот это...
я вот и пожёг. Ну что, я делаю позицию позицию. Что мне нравится? Где-то там топ 155. Что ты делаешь? Не вижу. Подождите. Такой вечерний бог такой. Вечерний бог такой, да. Вечерний бог такой. Вечерний бог такой, да. Вечерний бог. Шухер S50 идет. Шухер подписчики. Физико-математическая школа. Поехали на автобус. Автобус уехал. Все, автобус поехал. Автобус, значит.
большой магазин, там на канал. Свои пички. Пички. Пищи пошли соскнуть. Уважайте. Уважайте. Хотя нет, последний. На микрофон переключился. Мы не успеем перейти подписчики. Дальше, дальше. Да, подписчики. Здесь у нас этот. Землю вот здесь колодец открытый. Во. То здесь у нас торговый центр. Фишпрайс, так все. Это 53 минуты все стоят на светофоре. Но нам же. Так, все. Светофор стоять. На светофоре стоять все 45-40 минут все стоять на светофоре. Ага, 30 уже минут осталось. Так, 20, 21, 20, 19, 18. Сейчас кое поедет. Вот, все, скорая поехала. Я успел перейти на 6 минут подписчики. Световой. Поменять своего блога. Так, все. Сейчас мы идем домой. Подписчики. Я не знаю, как про ночной стрим, не знаю как. Но по вечерний стрим состоялся, можно сказать. Все. Сейчас мы домой заходим. Подписчики. Все. Дальше. Потом все не могла потому что пассажир, бля. А если бы я там была бы. Стоит подписчик. Эвакуатор стоит подписчик. Так, пошел. Мы же не пойти по лавкам. Так, здесь. Даже не устал. Я здесь не хожу. Чуки. А ведь это тоже все спит. Понятно? Вот здесь я с конфетами и за подарками здесь нахожу. Все. Фух.
Ключ бьем. Так, все, ключи бьем. Так. Вот видите, самое верхнее окно здесь выше. Так, все. Я извините. Ночной блок у меня не совсем получается, потому что это у меня получается. Вот это. Так. Сейчас мы около патиков проходим. Подъезд. Это у нас мусор. Это у нас второй подъезд. Дальше у нас 50 на минуту случился. Огонь. Ничего себе. Просто так. Все, достаем ключи. Дальше. Все, поехали. Так, сейчас мы заходим в третий падик. Так, все. Это. Сейчас я буду ключами открывать дверь. Нет. Что такое? Так, нет. Так, поехали. Так, все. Мы зашли. Дверь. Так, все, мы зашли в падик. Все, поехали. Двенадцатый. Ребяточки, угощайте, ребяточки. Ой, спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Ой, я думала, господи, ну ладно, видите. Ящик устроил отдать, ну, малышам, кстати, все. Видите, как вы видите в нашем лифте, в знаменитом лифте, видео с лифтом, где уже 8-9-8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 -
Ну, 12 этаж там приехал, я видела. Ну, наверное, не знаю, кто так. Ну, не знаю, наверное, мои двери или что-то тут такое есть. Так, все. Так, все, 12, 24, 54. Так, все. Ага, все, поехали. Так, все, 54, все. Так, все, в данный момент я должен выходить здесь. Я тут сделаю камеру, чтобы не было, не было видно, что я замок открою. А то это нельзя делать. Я тут сделаю вертикальную камеру для себя, чтобы не было замка видно. Подписчики, блин, у меня рука замерзла. Как тебе сказать? Подписчики, у меня рука замерзла. Время спит. Моего вечера. Как все. Ага. Так, все, отлично. Все. Так, делаю горизонтально опять. О, блин, надо вверх ногами еще снимать. Ну ладно. Я теперь. Блин, ай, блин, блин. Извините. Все, опять вертикальную камеру делаем, чтобы не было замка. О, кажется, вы тут Наташа не могу, сейчас я позвоню. Ой, господи, подписчик, простите.
Я уже третий раз заметил, но он сейчас... Сейчас подписчики сейчас... Сейчас подписчики сейчас... Алло, да? Только сейчас домой зашла. Сейчас завершаю стрим свой. Вечерний, ночной. Это вечерний. Сейчас завершаю уже. Сейчас буду выключать его, завершать. Да, только сейчас зашла домой. Всем пока-пока, подписчики. Сейчас я завершаюсь. Всем пока, мои дорогие. До встречи на следующем видеоблоге номер 596. Пора вкусно поесть. Всем пока-пока, мои дорогие.